iPhone 3G. Замена задней панели. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор iPhone 3G». Задняя панель подлежит замене чаще всего из-за механических повреждений. Уронили, треснула крышка. Или если корпусные кнопки громкости вышли из строя. Выкручиваем винт, фиксирующий сим-лоток. Металлической лопаткой отдираем пластмассовую планку. Откручиваем винт, фиксирующий вибромотор, и снимаем вибромотор. Не забываем вынуть сеточки полифонического динамика и микрофона. И снимаем уплотнители для кнопок громкости. Сбор задней панели происходит в порядке обратном разбору. Все, задняя панель заменена.